На затянувшийся ремонт дорог жалуются и сельчане в Алматинской области. Вот уже третий год там не могут завершить ремонт нескольких улиц в селе Каргана. Местные жители винят в этом подрядную организацию, проводившую реконструкцию дорог. Когда теперь сельчане получат новую, узнал наш корреспондент. В прошлом году в селе Каргалы должны были отремонтировать три улицы, общая протяженность которых едва достигает 3 километров. Из местного бюджета для этого выделили свыше 60 миллионов тенге. Но подрядная организация ремонт дорог так и не завершила. Средства не освоили, а работы провели некачественно. Ни разу асфальт не укладывали. Просто взяли и высыпали песок и разбросали его вокруг. Очень поздно начали строить. Под зиму сразу дорогу строят. Надо же строить, когда летом, когда тепло. А тут они под снег привезли вот этот песок, насыпали его. Я не знаю, тонким слоем насыпали. И снег пошел, дождь пошел, и все это смыло. Из-за затянувшегося ремонта между акиматом Жамбылского района и строительной компанией начались судебные разбирательства. В итоге суд наложил на подрядчика штраф и обязал полностью завершить реконструкцию улиц. Сейчас пока работы не начаты, но еще асфальтобетонные заводы еще не начали свою работу. Все, будем ждать исполнения решения суда. Мы переговаривали с ними, они обязались завершить до 30 апреля. В этом году продолжится ремонт 3 других улиц села Каргалы. Вместе с этим сейчас началась реконструкция 11 улиц общей протяженностью в 14 километров в селах Озунагаш и Жамбыл. Работы проводятся в рамках программы «Аул Ельбесыгы». Аслан Абуталипов, Алмаз Садуакасов, Аят Дюсембаев, Алматинская область, Хабар 24.